Я вернулся. Только потому, что тут много всего появилось. Ну, не настолько, но все равно. Вот. Подожди. И только посмотрите. Шерстистый мамонт. Его дали бесплатно, кстати. Вчера. Ну, я не буду пытаться получить его. Вот, дрожжи с земли. Кстати, вот мой гранд-отель. Который стоит всего 5000. Я им дал бы скорее 10000, чем так мало. Тут... Тут водоворот ходит. Кстати, есть еще один. Ну, еще один босс, Олень. Я перепутал его с этим боссом, водоворот. Потому что они очень похожи. Диплазу. Диплазу. Кенатон. Давай. Лучше вот так будет. Так и кенатончик. Но сейчас интернет быстрый. Водоворот. Кстати, еще Джаггернаут, это и вулкан. И они похожи очень, ведь один трицератопс, второй трицератопс, мутированные два трицератопса. Еще согласитесь, омега 0.9 и альфа 0.6 очень похожи. По сути, это две противоположности. Ё-моё, как же ты долбал меня, водоворот. Сейчас лучше не надо. Главное, чтобы он все потратил. Давай, бей. Бей нормально, тупой водоворот. Я хочу, чтобы ты все потратил. Я тебя свободно убил. А то еще один делает. Наконец-то он ударил все. То есть потратил все очки. Так, вот так. Блин, придется потратить вот столько. Но я проигрываю. Скорее всего. Что, какого скорее? Конечно же, проигрываю. Смотри, Нику, сколько урона. И сколько хп. И лучше бы я не объединял бы двух топилозов в одного. Ведь вот этот топилозавр отдыхает 10 часов. 10 гребаных часов. 10 гребаных часов. Спустя. Еще. Вот там диплазу. Вот так. Тут можно фармить ДНК. У меня есть, кстати, еще один аккаунт. Только он в гости, а это через Facebook. Не атакую. Окей. А ты сейчас будешь атаковать водоворот? Или нет?
Ты задолбал уже. Давай атакуй. Молодец. Что потратил все. Типа сильнее вроде, чем тут генодончик. Блин. Я все, проигрываю точно. Я точно сейчас убиваю и все, проигрываю. Ведь у него сейчас будет урон 1000 где-то, да? 1067. Минус теплозухма. Сложно. Опа. Что? А, вот это окей. Выполнение. Окей. 621. Скоро куплю этого диплозуха. Вот этого. И я думаю, какого гибрида сделать. Гибриды, какие вообще гибриды есть? Дивноринг, может. Нет, Люмносолиса не могу. Бринтозавла нет, стегоцефала нет. Тетралонга могу сделать, если я получу трех метеорингов. Андрозавра не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Не могу пока что. Стегозавра скоро смогу сделать. Нет, нет. Анкилозавров не могу. Тирана титановый. Нет, это еще не могу. А вот из легендаров точно не могу делать. Хотя бы посмотрим, кого надо. Носу, Димитратон. Вот с этих уже невозможно. Ну, я думаю, что Скорпиуса мод 2 добавит. Сейчас что? Из каритозавра нельзя сделать гибрида. Но я скоро, очень скоро смогу сделать гибрид Индоминус. На 54-м. Знаете, почему я не делаю задание? Ведь нужно 100 динозавров. Но я не могу сделать 100. Например, вот так делаю. Это все очень долго занимать будет. Я могу вот так вот сделать. Потратить много ТНК. Сейчас сделаю. Вот смотрите, как. Сколько у меня часов? И вы смотря, если вы знаете, как определить, где я нахожусь, в каком городе, то это я.
Давай быстрее. Мне самому надоело как-то. Кстати, этот шерстистый мамонт водится так же долго, как и мой сигнозавр. Кстати, шерстистый мамонт же это снежный. Снег. Бронтотерий это саванна. Генодон это пещера. Не помню. Это пещера? А, гроб. Вроде. И вот всех видов сильных существ. Это рожь. Сухалим. Куда? Куда я приезжаю? Я могу выполнить это задание, только это будет слишком затратно. Кстати, сколько? А, понятно. Он дольше, чем Иван будет. Ну да. Нужно вот так делать. Нет, не вылетай. Нет. Бывает такое, что вылетает. Так я обратно зашел и загрузился. Ну, думаю, не сейчас. Хотя, ладно, сейчас. Я вырежу этот момент. Ну, ладно. Ну, если вы это видите, то, скорее всего, я не смог просто это вырезать. Либо я забыл, либо я просто не смог это вырезать. Соло перетажал. Это... Теперь у меня 14, а не 0. Теперь у меня 14, а не 4. Почему теперь все так лагает? Так, а что если я попробую вывести мангозавра? Кстати, и вправду, что будет? Прикольно. Кстати, я этого не знал, что вот так происходит. Клопарин, холосмозавр, материал. Ланку. Так. Ой, все. Какая-то быстрая реклама. А зачем я вот так делаю? Если вот так можно. Ой, нельзя за рекламу. Что? А, ладно. Сюда, думаю, не надо. Через несколько часов будут вот такие испытания хорошие.
события тут. Вот это хочу поиграть. На. Ну вы видите, какой тут маленький шанс на. А тут 100% шанс, что кто-нибудь выпадет из вебинара. Почему у меня такой грустный голос? Не помню. Как будто у меня кто-то умер. Опа. Вот там. В смысле нет новых материалов? Ну тогда. Это все, думаю. Что? А, окей. Я жду, пока вот это закончится. Я хочу отсюда либо посопиратопса, либо посопиратопса, или посопиратопса, либо нондогозавра, либо карнораптора. Пелозавра лучше не надо. Так, я думаю, что у меня скоро появится археофицион. Есть же археотерий. Куда? Куда? Саванна. Вот археотерий. Он открывается на 44. А, ты прав. Амфицион? Сейчас может выбить. Постой-ка, амфициона я сейчас могу уже выводить. Я вспомнил, да, я сейчас могу увести, выводить их за ДНК. Сейчас посмотрим. Могу и выводить. Что? Где? Гроты. Да, могу. Еще магистерии могу. Ё-моё, почему? Что? Я не знала этого. То, что амфицион это. Это скорее танк. А вот магистерия это атакующий. А Дизикрус? Дизикрус вообще хлам какой-то. Кстати, я Дизикруса, Глиптодона и кого? Что? А, тут... Да-да, я только их путаю. Я не знаю, что такое новый релиз. Это который недавно появились, что ли? Заблокирован. А, я понял, в каком смысле. Заблокируем коллекции эти. Блин, почему я не могу вывести того гребаного велоцираптора? Как я понял, редкие гибриды как легендарки по силе, обычные как сверхредкие, обычные гибриды как сверхредкие. Что происходит? Свирепость идут.
что, диагозавр самый слабый, что ли? Глобалина, давай быстрее. Диплозух. Постой-ка, диплозух самый сильный? Почему афекамин стоит больше? То есть, да, стоит больше, чем тропиогоптер. Тропиогоптер сильнее. Если смотреть на статистику карнораптора и сигнозавра, то, ну, карнораптор, по сути, сильнее, чем сигнозавр. Так куда ты улетел, пеликанипторец? Ну, думаю, завтра они смогут это сделать. А вот это уже не смогут, думаю. Зря я амбициозно поставил выводиться. Очень зря. Заканчиваю, но нет. Тут только что появился набор карточек. Мы можем поубивать этого глобального босса. Сейчас посмотрите, как он выводится 10 часов. Топилозавр. У меня сейчас каникулы. Все хорошо. Так что видео будет выходить чаще. Почему так долго? Я пока поем конфет. Который у меня под рукой. Какие-то корейские, какая-то корейская еда еще. Вафля какая-то. По-моему, он не загрузится. И вылетит просто. Нет, все, заканчиваем точно. Что происходит? Что происходит, я не понимаю? Как это? Новый баг. Но это баг.